Всем здравствуйте, мои хорошие! Как у вас там дела? Как погода? У нас жарко стоит, жарко, дожди ушли. Иной раз даже сожалеешь, что не ушли. Но такие уж чересчур хорошие были, не надо. Сильные, вернее. С утра убралась, пошла. Уже 8 часов дышать нечем. Сейчас время из 29. Я сорвала кабачок. Укололась уже, умудрилась, собака такая кусается. Ну чё ж, что-то надо приготовить, а чё? Пожарю кабачки. В кляре не люблю, один раз сделал, мне не понравилось. Поэтому кляр это не наше, никто и не стал кушать даже. Я ела, потому что деваться некуда, выкидывать было жалко. Я и съела. Обычно делаю муке, обваляла, там чесночок, майонезик. Красота. Этим сейчас и займусь. Благодарю вас, что вы зашли на мой канал, поддержите. Дорогой мой зритель, спасибо вам огромное. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня, пишите побольше комментариев. А то очень мало комментариев от вас. Просмотры есть, а комментариев нет. И просмотры совсем маленькие, конечно. Глянешь, ой, там 300 просмотров, а по времени поглядишь, даже 3 минуты не смотрят. Вообще не смотрю. Зашли и вышли. Значит, неинтересно со мной вам. Ну, хозяин-барин. Кому что нравится, тот то и смотрит. Нас много на просторах Ютуба, Дзена, Яруса, Телеграм. Так что выбирайте на любой вкус и цвет. А я просто снимаю для архива на память. Как я говорил давно уже об этом, это моя память. Пройдет какой-то период времени, я сяду и посмотрю, что я делала, чем я занималась, как я жила. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь, подписывайтесь. Мне очень приятно, конечно, это. И ставьте побольше пальчик вверх или пальчик вниз. Это тоже нужно. Не будьте пассивны. Участвуйте в моей жизни. Без вас я ничего не добиваюсь. Только с вами, только вы моя поддержка и опора. Ну что ж, я уже зажгла газ, поставила 2 сковородки. Сейчас я по-быстренько перепеку. А там, я не знаю, Юля вчера делала котлеты. А сегодня с утра я что-то думаю, что ж сходить. Пойду-ка я кабачок своим птицам потерла. Пойду-ка себе пожарю кабачок. Так что день начался. Всем с добрым утром, хорошего дня, отличное настроение. Чтобы у вас все было у всех хорошо. Мир вам, вашей семье. Поедемте со мной. Куда поедем, не знаем. Ну, так я говорю, ну раз так, видать, что-то и не то самое. Или правильно? Правильно вроде бы. Ну вот и поехала, я уже начинаю жарить кабачки. Я уже поехала. А вы со мной? Нет, не знаю. Посолила, порезала и вперед. Сегодня обжарю побыстрее на 2 сковородках. А то очень недолго жарится, стоишь возле них. Процедура долгая. Сейчас вот побыстречку их раскидаю. Иной раз не знаешь, что и снять. Ходишь. Муза ушла. Куда она ушла, не знаю. Поэтому. А иной раз как прорвет, видео за видео идет. Не знаю, у всех так или только у меня. Тот со мной работает на просторах. Сейчас мы их пережарим по-быстрому. Я не буду показывать, сейчас вот положу и все, чтобы не занимать ваше время. А то видео тянется, тут смотреть нечего, особенно как я тут раскладываю кабачки. Сама не люблю, когда затягивают видео. Ну и делаю иногда. Грешна в этом. Ну вот, разложила. Сейчас приготовлю тарелочку, начищу чесночка и майонезика. И буду сразу их... Ну, майонез нет, а чесночком я сразу их промажу. А это Юльны котлетки. Вчера она нажарила. А вечером уже передала Жене с собой. Он у нас уезжает, приезжает. Поэтому ему только одни передачки. Но сын приехал поздно вечером, пару штук съел.
На двух сковородках дело прям движется быстро. Это уже поджарил, ступ положила я. Поэтому прям хорошо. Левой рукой неудобно. Сейчас перехвачусь. Так что вот такие вот у меня тут кабачки жареные. Немножко поджариваются. Я люблю. Ай, торчок сгорел. Тоненький слишком. Мы его уберем. Сейчас я хочу снимать. Я тут огонь прибавила. Мне надо было убавить, а я прибавила. Ну, вот такие вот они. Все уже более-менее. А тут чуток я отвлеклась. Сходила в магазин. Сходила в магазин, купила багет 35, майонез я готовить 131, карта кофе 129, о, 229, 129, ага, сейчас тебе шпроты 115 и хлеб белый темный. Вот это все обошлось 600 рублей. Ничего нету, а 600 рублей. А я, в общем-то, люблю, когда такие они румяненькие, поджаристые, у них какой-то привкус приятный, чем вот белые. Поэтому все на любителя, о вкусах не спорят. А с этого сделаем бутерброды. Не сегодня, так завтра. Поэтому это все на бутерброды со шпротами. Каждый слой я обмазала чесночком. Майонез будет позже. Выдала чеснок, и вот так вот кисточкой я все это дело размазала. Пялушечку. Можно, конечно, сделать соус к ним. Майонез, сметану, укроп. Все это смешать. А я ложу на хлебушек. И можно даже просто как бутерброд. Кто как любит. Я вот люблю так. Что же это такое она там у меня делает? Краску ломаю. Бузует. Залезла на стремянку. Ломает терраску. Я как-то говорила в видео, что мы начали очищать нашу терраску от старой краски. Она сейчас у нас страшная, облезлая. Подготавливаем к ремонту ее. И дом наш побелим. Как? И когда? Я вам тогда скажу. И порог наш страшный, все покрасится. А Юля моя молодец, залезла он туда. Я наверху работать боюсь. На земле, пожалуйста, только не наверху. Очищает. Это ту сторону уже пошкрябала, Юль? Там солнышко, ясно. Ну, где можно? Тут только по утрам работать. По утрам. Вечером тут самое пекло у нас. Вечером можем за дом зайти и там пошкрябать. Очищаем металлической щеткой. Пробовали шуруповертом щеткой. Нет. Или дрель, болгаркой. Там Сергей на нас ругается. У меня спалить ее. Делаем руками. Ножик и вот эта щетка металлическая. Глянь, да тут даже до верха можно будет доставать, красить ее свободно. Стремянку взяли у Маши, у моей подруги суровой. И вот притащили. У нас есть она маленькая, и то она у бабы, у свекрови. Что там, кот помогает, да? Он, Мася наш тоже хочет. Мася, помощник? Дурачок. Ты дурачок у нас? Заглядывает. Ну, вот такие вот. Ой, сейчас у меня насыпется. Работа кипит. А я лодыря гоняю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вышину залезла.
козырек. Смотри, не упадет. Ты прям держать тебе идти? Да, иди. Ну, иду держать. Все, иду держать тебе. По нашим трудам и награда. Шумит, еще есть деньги. Арбузы продает. Сейчас 2 штучки купили. Уж какие они. Пойдем сейчас посмотрим, разрежем и поглядим, стоит их брать или нет. Говорит, грунтовой, ничем не наколотый. Сейчас посмотрим, хороший он или нет. Юля сейчас его помоет. А то мы там на жаре припарились. Яд нет, а Юля, да, наверху стояла. Яд в холодочке. Ну, давай. Крамсай. Посмотрим, какой он. Как им пилить? Не кашель. Да как разрежешь, так и будет. Я вообще-то пополам режу, а потом, как всегда... Не, вот так вот. Вот так, ага. А ты как хочешь. Половинку тебе, половинку мне. Да, пополам. Все мы делим пополам. Лишь бы хороший был. Ну, хрустит вроде как будто бы нормальный, спелый. Чуть трещит. Ну, вот я говорю, хрустит, как бы нормальный, спелый. Опля! Вот он какой. Вот он какой. Ну-ка, пробуй. Сама пробуй. Давай. Вкусный, как у дома арбузы выращиваешь. Да? Ну, понравился? Нам не сильно сладкий. Не сильно сладкий. Ой, где же взять сильно сладких? Ну, что ж, сейчас я кусочек попробую. Ну, обычно мы пробуем обычно середки, тут самые сладкие. Вот тут вот надо брать, вот где, с краюшку. Тогда уж точно. Тут самый сахар в нем. Пойдет. Ну да, пойдет, но сахарозы не особенно сахаром много. Сахаром насыпешь. Медом. Медом невкусно. Невкусно? Сейчас мы в холодильник, а то он слишком теплый. Неприятно. Может, холодный он будет вкусней? Вот туда его. А мы пока погодим. Подождем, как он остынет. Ну, что пока? Погодим пока. А, погодим. Чуть не на щеке красное пятно. Да умывалась. Умывалась? Холодной водой. А, ясно. Там краска была. Ну да, работать. А нашему коту не жарко, лежит в своем домике. Надо вот залез туда в эту сумку и дрыхнет целыми днями. Мась, тебе не жарко? Нет, Варь, совсем не жарко. А, все. Тебе не жарко? Не жарко. Ой, потягивается. Переездная сумочка его. Вышли с дочей подвязать гладиолусы. А то они у нас совсем попадали. Я тут искала колушки, притащила от веревки. Она забивает колья. А то жалко. Вся красота у нас валяется на полу. У нас Ташкент. Какой Ташкент? Жара. Жара. Жарко. Время 8 вечера. Очень жарко. Вот такие вот дела. Ташкент. Ташкент. Город хлебный. Тихо. Каляется. Сколько штук-то надо? Не знаю. Сейчас я пролезу и буду подвязывать. Неправильно мы их посадили, конечно, но что поделать? Первый раз столько много посадила. Вот он как завалился. Сейчас подвяжу. Боюсь, как бы совсем не сломать с этой подвязкой. Какие отцветшие мы, наверное, просто я обрежу потом, да и все. Вон, завалился какой. Сейчас поднимем. Палка хоть какая-то опора. Ой, мокрые все, жарко, душно, ветра нету. Ой, какие вот они. Вот они, какие красавцы. А этот фиолетовый. Зачем нам юга? У нас тут свои юга. Моря только нету. Вот он какой. Фиолетовый какой. Еще не распустился. Класса. Совсем. Красавчик. А тут с ним рядом махровый.
Вот, теперь они чуть-чуть хоть будут у нас выглядывать. А то все позавалились, их не видно. Хоть немножко, пусть денька три какие-то подцветут. Поздновато, поздновато. Кинулись, но ничего, хоть чуть-чуть. Туда дальше еще пойдем. Ой, там и красный будет, и всякий. Сейчас туда пройдем дальше. Ходим прям тут, как по дебрям. Все так сильно рослось. Август месяц, все такое большое стало. В мае месяце ничего не было, голая земля и маленькие такие отросточки торчали. А сейчас, поглядите, прям кусты, кругом кусты. Не пролезть, не пройти. Дебри амазонки. Невеста там еще вот куст стоит, цветет. Не стала ее дергать. Да что с тобой, говорит, цвети. Вот. Она как сорняк, как насеется везде. Вот, тут вот беленький, а этот, наверное, опять будет кирпичный. Ничего, как есть, так и есть. Тут вот осталось еще немножко нам прибрать, вон красный какой-то будет. Какой-то красный, а этот такой вот. Что, колышки тащить тебе? Да нет. Не надо? Белые вот какие-то хлипкие чересчур, ломаются прям. Слабенькие. Ну что ж. Ой, полбу мне. Ой, тут вообще не завалился. И тут завалился. Мохнатый какой-то. Шмель. Нет, Юль, ты сейчас их поломаешь, они. Вот это оставь. А эти два соедини как-нибудь. Сейчас три. Все у нас они поломаются. Три. Красный надо, чтобы. Расцвел хорошо. Надо бы колышко бить. Я сейчас переделаю. Не делаю. Я сделаю, как я. Тут колышко объем, да и все. Вот они стоят. А, стоят. Ну, эти они пониже здесь. Они как-то... А эти не будем привязывать. А эти они получше, да. Не будем. Все, управились. Буду в вазу поставить. Что там в вазен? Еле живой. В вазу ставить. Ой, как жарко, ой, как жарко. Жарко, жарко. Еще и цепляются, тут иду. А? А, сейчас покажу. Сегодня еще Юля сейчас собрала только. Одно Юля у меня везде работает. Я так хожу, так. Лодри гоняю. Но она изъявила желание, пусть делает. Кто ж против, когда хочет человек. Еще набрала вот малинки немножко. Ягода малинка. Пойдем. Сидит он дома. Давай. Ни в какую не хочет, иди на улицу. Выгоняем кота. Иди тут хорошо. Садись. И клубничка. Сиди вот на порожке. Садись. А ты как тут прохладно. Дом жара, ты не хочешь на улицу. Боится котов чужих. Тут кот пришел к нам позавчера. У него щетина как встала на спине. Батюшки, глаза по 7 рублей. И бегом домой. Я говорю, ну вот. Заноси урожай. Опять можно немного помой его и с сахаром. Им какую-нибудь в эту. Какую-нибудь в эту пиалушечку. На зиму. Зима большая, все съестся. Просто с сахаром были потолочь? Потолочь, конечно. А что ж ты с сахаром засыпешь? Палана называется, девчонки, мой сорт. Палана. Польской селекции. Брала ее 4 года назад. Выписывала. А выписывала, я уж не знаю, где. С Воронежа. Вон, видишь, лазит. Сидеть. Вот он пошел, кот чужой, видите? Прям мимо нас. Сидеть. А наш Мася. Сидеть. Домой, домой, домой. Давай, давай, давай. Домой, домой. Пойду еще лук выдерну. Лук, мои хорошие товарищи, друзья. Вот первый опыт выращивания лука Exhibition. Сейчас я буду при вас прям его дергать. Вот, не вытаскивается мочка. Вот такой вот он. Уже он готов. Головки грамм по 200, я думаю. Я потом на весах даже взвешу несколько штучек. Вот какая она. Это прям хорошая головка.
Первый раз я его выращиваю. Посеяла я его в феврале месяце. Но я брала не в интернет-магазине, а где-то в простом магазине. Просто сказала эксибишн, мне дали. Оказывается, надо брать не нашей производительности. Голландию. Там он растет крупнее. Тут я немножко уже выдернула его. Пробу снимали. Ну, как он? Сам прям повылазил. Я его даже нисколько не открывала. Головки. Сам все это делал. Сам вырос такой. Там осталось немного еще. И в кустах. Там у него малини есть. Хочу показать вам выход лука Exhibition, который я в этом году первый раз посеяла семенами, потом пикировала, потом высаживала на улицу, в грядку. И вот такой лук. Лук Exhibition. Смотрите, какой хороший, сочный и не острый. Прям вот прекрасный лучок. Теперь надо выписать семена лук Exhibition. И обязательно я еще посею на будущий год. Посев буду производить в феврале месяце. Так что всем рекомендую, девчонки. Кто хочет, пожалуйста, надо приобрести семена. А потом будем с вами сеять. Посмотрите, весь крупный, нет ни одной мелкой. Это вот она у меня, маленькие росли там в малине. Не особо было. Солнце доходило туда. И то они не маленькие. Грамм 50-60 головка. А это вот какой. Но он растет еще больше при хороших условиях. Хорошей земле. Он вырастает до килограмма. Поэтому я довольна своим результатом. Обязательно посею на будущий год. На этом заканчиваю свое видео. Всем спасибо. До новых встреч. На этом вот огромном луке, который я вырастила. Солнышко сейчас туда придет, и он будет подсыхать. Его же надо просушить хорошо, потом уже на хранение. Вот на этом солнышке он здесь сейчас будет у меня и отдыхать, приходить в себя.